Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу немножко загадки внести, что я делаю. Угадайте, напишите в комментариях, что это будет, как вы думаете. Ну а пока что я так временно тут решил поэкспериментировать. Вот у меня теперь вода сливается вот здесь. Вот она идет. Ну и как мне советовали, через гусак. То есть, или как через сифон, можно сказать. Это вот черная, она была в комплекте. Туда просто вставляется 50-я труба. Плотно вставляется, но я ее еще смазал. Я всегда смазываю вот эти конденсационные трубы вот пастой. Ну вот, смазал. И вот, собственно, вот так до верха доходит. Уровень отсекает и сюда уходит. Вот. Так что вот это просто я поэкспериментировал вот с этим, да, как она будет вот переливаться. Потому что я буду здесь делать конструкцию, которая будет насыщаться озонатором, озоном через озонатор. И, соответственно, будет улучшать всасываемость озона в воду. И, соответственно, сделаю еще кое-что, чтобы в теплице не воняло озоном и росли растения. Вот. Это все в конструкции я продумал. Осталось воплотить это в жизнь. Вот. Но вопрос теперь более насущный. Вот у меня биозагрузки здесь, ну, литров 150, да? Вот работает компрессор. Вот она тут булькает, да? Вон там булькает вдалеке. Да, видно. Но в углах застой идет, вон. Ну, что это такое? Ужасно просто. Это просто ужасно. И я вот не знаю, я в раздумьях на самом деле. Вот здесь нету, она вот крутится, да? Она здесь чистая вода. А вот где застой идет, здесь грязь. И прямо я уже не знаю, у меня какое-то полуогорчение идет. Потому что, ну, это какой нужен компрессор, чтобы он вот это все барботировал, да, и она вот перемешивалась, я не знаю, литров 200, что ли, в минуту. Потому что вот 80 у меня, 80 и 80, когда они вместе работали, ну, процентов на 85, на 90 хватало, чтобы она булькала вся. Вот, потому что вот, видите, она просто стоит, да, по краям. Я не знаю, еще меньше, что ли, уменьшать количество этой биозагрузки. Посоветуйте, как вы думаете по этому поводу, буду очень признателен. Или вообще нахрен убрать эту биозагрузку, оставить здесь как сумматор, да, получится, да, или бочка, да, и сюда кинуть озонатор, все это наглухо зашить и все, чтобы была компрессия. Вот, так что такие вот дела. Скиммер работает, воду вроде чистит, но как бы таких прямо вот крутых изменений я, ну, я не вижу. Да, гладь воды стала намного чище, то есть взвесь не плавает на поверхности, он все вся, он засасывает прекрасно. Но как бы нет таких результатов, как хотелось бы. Уже, конечно, лучше проглядывается толще воды. Ну, может, это еще и от озонатора, конечно, зависит, потому что он работает. Он полчаса работает, полчаса отдыхает. Вот, так что такие вот дела. Сегодня не буду затягивать такой коротенький ролик. Вот, ну, вот как она должна вот вся кипеть. Вот так она должна кипеть, только она везде должна так кипеть. Вот так вот она должна кипеть везде, а не
вот так стоять, как здесь стоит. Вот. Поэтому с радостью выслушаю ваше мнение по этому поводу, что делать, как быть. Ну а я продолжу свою гениальную конструкцию. Увидимся в новых видео, будет интересно. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и давайте пообщаемся в комментариях, что лучше сделать с этой биогеморройной загрузкой. Ладно, всем пока. Ой, что-то не выключилось. Ну раз не выключилось, значит, я еще забыл передать большое спасибо людям, кто скидывает мне денежку, помогает финансово. Я все денежки вкладываю. Вот. Сегодня поехал на 4200, купил вот этих труб. 4200 рублей. Трубы, уголки. Вот. 4200, да? Вот. И два вот эти штуцера. Блин, 4200, охренеть цены. Но будем бороться, чтобы работала теплица как для растений, так и для рыб, чтобы это все было в одном. Я думаю, что у меня все получится. И ну, предлагаю понаблюдать за этим. Все, всем спасибо, всем пока.